Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня будем проходить карту Дроппер IB3 в Майнкрафте по Expedition. Друзья, как вы поняли, это третья часть этой карты. К сожалению, первую и вторую часть мы не смогли пройти, то есть я вообще не проходил, но если хотите прохождение этих частей, то пишите в комментарии. Но я совершенно не уверен, что эту карту мы пройдем довольно быстро, потому что она довольно сложная. Ну, здесь нам пишут разработчики, его твиттер. Ну, а мы начинаем, друзья, вот столько здесь уровней. 14 уровней, если быть точным. Ну и мы начинаем первый уровень. Ну конечно, что еще может быть? Пройти с первого раза для меня это же сложно, друзья. Ну и там, по идее, одна дырочка, это довольно сложно. И, возможно, вся карта будет именно такой. Я не люблю, когда всего лишь одна дырочка воды. Я люблю препятствия, и где очень много воды. Ну, вы поняли меня. Друзья, надеюсь, вам это тоже нравится, потому что это очень сложно. Но все же мы смогли пройти первый уровень. Что же лежит в сундуке? А в сундуке лежат наши лестницы. Я не знаю, зачем нам лестница. Но уже предполагаю, возможно, нам придется самим строить лестницы и лезть наверх. Да, я просто, друзья, Ванка, я угадал. Ну, это вообще просто неудобно, я не знаю, зачем разработчик этой карты так сделал. И у меня тоже есть такая идея сделать такой же примерно дроппер. Только обратно вы будете выезжать на вагонетках, и это уже куда удобнее и круче, конечно. Ну или я дострою паркур, друзья. Ну, это все вы уже увидите в будущем. Если хотите карту дроппер от меня, то, конечно, ставьте лайки. Она будет не такая, она будет маленько другая. Ну и зачем здесь поставили факела? Мы же не можем пройти дальше, и тем более у меня закончится лестница. Просто прекрасно сделали выход, вообще просто класс, друзья. Я не знаю, ну, разработчик, надеюсь, ты это поправишь. Сделал бы какой-нибудь оригинальный выход. Я помню дроппер, в котором мы умирали, мы просто прыгали за миром и умирали. Это было куда еще прикольнее, потому что, ну, это самый быстрый телепорт обратно на спавн. Я не знаю, зачем так сделали. Ладно. Так, ну, сбираем тогда еще лестниц. Надеюсь, там нам уже идти недалеко. Хотя, может, и далеко. Но, надеюсь, столько лестниц мне хватит. Я уже даже не вижу факел. Я вижу просто дырку. И интересно, как же мы выберемся обратно? Неужели придется идти пешком? Ладно, посмотрим и увидим все впереди. Хотя, смотрите, дырка закрылась. А, нет, она опять появилась. Опять закрылась. Я опять не вижу дырку. Ну, друзья, вот из этих факелов, поэтому и не ставятся наши лестницы. Да, ладно. Не беда, сломаем этот факел и поставим дальше лестницу. Давай, ломайся. Зачем же тогда разработчик этой карты поставил эти факела? Я не понимаю. Нельзя было ли поставить светящий камень или что-нибудь вроде? Ну, вообще, карта, по идее, недоработана. И что здесь у нас? Я еще не собираюсь прыгать. Зачем мне прыгать? Я не понимаю, зачем эта дырка нужна здесь. Ну, ладно. Так, идем наверх. Потихонечку поднимаемся. И я опять же вижу там отверстие. Нет. Да, есть, друзья, отверстие. Маленькое. Ладно. Ну вот, и, собственно, что я ожидал. Да. А куда идти? Почему дверь не открылась? Странно. Ну да, друзья, карта целиком недоработана. И будем ждать ее доработки. Ладно, давайте поставим здесь лестницы. И так понимаю, нам придется выпрыгнуть. Опять же, смерть, но смерть довольно нелогичная. И мы можем увидеть всю карту. Я не знаю, зачем так сделали. Мне уже очень не нравится возвращение обратно на спавн. То есть это уже большой минус карты. Так, ну сейчас я обратно включил музычку. Сейчас будет все класснее. И, друзья, если кто-то хочет узнать эту музыку, то это музыка из Geometry Dash. Вы можете ее найти. Многие меня просят оставлять музыку в описании, но это слишком долго. Если хотите так, то я буду снимать без музыки, потому что для меня это слишком сложно. То есть сложно, ну, долго, друзья, это искать, но это очень много времени. Ну, опять же, мы прошли уровень, я не знаю, почему так быстро. Всего лишь во второй попытке, здесь уже дырка, уже недоработка. Ну, ладно, надеюсь, карта доработает. Мне интересно, какая же была первая и вторая часть. Неужели разработчик не учтил свои ошибки и не доделал ее? Мне очень хочется взглянуть на первую и вторую часть. Какие же они были? Может быть, они были даже лучше третьей части, потому что такое бывает. И очень часто, что первые продукты
разработчиков бывает лучше, чем остальные. И с этим вы, наверное, тоже согласитесь, что такое часто бывает. Ну ладно, здесь уже нет факелов, и здесь довольно темно. Поэтому этот момент вы можете пропустить, пока я поднимаюсь, потому что я опять же включу, наверное, рычаг, и опять же умру. Потому что ничего другого я от этой карты больше не ожидаю, друзья. Ну да, я уже вижу просвет, который мы, возможно, будем прыгать, наверное, сейчас, друзья, посмотрим. Ну вот, 100% вы думаете о том, что думаю я. Да, я прав. Нажимаем, и давайте подниматься дальше. Самая нелогичная карта, которую я только видел за всю историю своего Майнкрафта. Возможно, были еще нелогичные карты, но пока что это первая в моем роде нелогичная карта, в которой просто нет логики. Мы просто прыгаем. Не знаю, что ждать дальше, но... Друзья, смотрите, есть еще такой дроппер. Но опять же, ну что за фигня творится? Почему вы ставите один кубик воды? Если я буду создавать свой дроппер, то я уверяю, что там не будет одного кубика. Ну, опять же, какие-то двери, зачем они нужны? Много чего лишнего, опять же, нам до конца не объясняют, что нам нужно делать. Был дроппер, друзья, вы даже его, наверное, видели, это прохождение многие видели. И там хотя бы объясняли по дороге, что нужно сделать, чтобы открыть следующую дверь. И в чем прикол там был? Там было 4 уровня, вы проходите 4 уровня, и дальше у вас открывается дверь из песка. Это было очень круто, и я такую же наподобие хочу сделать карту. Надеюсь, вам понравится. Ну, может быть, сначала будет 2 уровня, потом 4, а потом 6. Ну, посмотрим. Ну, а пока я хочу доделать свою карту паркур. Ее вы еще не видели. Она будет состоять из очень большого паркура, друзья. Ну, это просто будет чистый паркур, который вы можете пройти. И, кстати, сейчас очень классная иллюзия появилась перед нами. Вы видели, как очень много блоков. Прям вот просто вот очень классно, друзья. Опять же, у нас закончилась музыка. И давайте, смотрите. Вот такая иллюзия. Мне очень понравилась. Как будто мы спускаемся в какую-то бесконечную бензу. Или... Ну, конечно, не бензу, бензу. Что я сказал, друзья? Ну, ладно. Давайте посмотрим еще другие уровни. Ну, я так понял, здесь пройти можно, но у меня не получается. И эффект очень-очень классный, который мне, ну, понравился. Ну, можно было бы сделать такую иллюзию в Майнкрафте. Кстати, я видел карту, но там нужно было скачать отдельный мод, и она очень на старую версию Майнкрафта. Я хочу, кстати, такую карту, наверное, вы тоже хотите такую карту. И вот это было вообще неожиданно. Это просто было неожиданно. Я уверяю, что в карте очень много минусов. Но разработчик, конечно, это видео смотреть не будет, потому что я так понимаю, что разработчик этой карты англичанин. И, возможно, у него есть даже свой канал, но есть у него твиттер. Но про канал пока что ничего не говорил. И я хочу, чтобы он карту доработал до конца. Вряд ли русский делал бы все на английском. Я русский, друзья, и я не делал на английском. Вы тоже так, наверное, делаете. Я не знаю. Какая логичность делать русскому английскую карту. Это пусть делают англичане. Ну, а мы будем делать наши русские карты. Ну, опять же. Ну, я же почти долетел. Ну, зачем ты так сделал, разработчик этой карты? Я даже не ожидал от него такого подвоха в этих картах. Ух ты. Опять же, друзья, иллюзия из стыков. Ух ты, с первого раза прошли. Ну, это мне просто сейчас подфартило. Ладно, давайте, наверное, столько лестниц хватит, потому что мне всегда хватало. А я не знал, что на тыкву можно ставить лестницу. Неужели это пофиксили? Вроде раньше на них ничего ставить нельзя было. Или можно было ставить только на приседе. Ну, классно, могу сказать. Спасибо вам, разработчики. Если это было раньше, то, я не знаю, наверное, я не видел. Ну, вроде раньше такого не было, что на тык вы могли ставить блоки. Но если было, то напишите в комментарии, друзья, мне очень интересно. Неужели у меня уже ранний склероз? Ну, вроде не было, я уверяю. Ну, может, было, но вряд ли. Что, так быстро? Нифига себе, это большой проход. Я уже сколько истратил лестницы, и мы еще не дошли до конца. Мне уже осталось очень мало лестницы, и надеюсь, мы дойдем до конца, друзья. Ну, конец уже близок. Конец этой карты, а не наш конец, конечно. Что? Вы издеваетесь? То есть до конца осталось 3 блока, и мне не хватает? А, я не хочу спускаться вниз. Ладно, сделаем тогда так. Наверное, вы тоже не хотите, чтобы я спускался вниз. Ну, опять же... Этому дотине вы уже можете не пропускать, потому что... у меня уже нет желания проходить дальше эту карту. Ну что такое, друзья? Ну почему мы должны вот так глупо умирать? Почему мы должны ставить лестницы? Ну зачем? Ну зачем мы так сделали? Поэтому все желание пропадать, сразу проходить эту карту. Ладно, мы там еще проходим, прыгать, да, мы уже мучаемся. Да еще вдобавок мы должны сами ставить лестницы. Так, а тыкву на тыкву не ставится? Странно. Так... Что же можно сделать-то? На приседе, смотрите, тоже не ставится тыкву, вот я про это и говорил.
Ладно, давайте тогда сделаем так, что ли. Как ждать-то? Ладно. Так, ух ты, все, нам повезло. И мы открыли очередной рычаг. А, смотрите, наверх тыкву можно ставить. Очень странные тыквы. Ну и, наверное, друзья, на этом будем заканчивать. Вот такая карта была на сегодня. Может, кому-то понравилось, ну, вы можете сказать в описании. Ну, а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.